подтвердим данные еще разочек. И на данном пункте иногда бывает, что возникает ошибка, связанная с тем, что запись в регионе недоступна. Обращаем внимание, что это техническая ошибка, которая иногда, к сожалению, бывает. Из-за таких вот ошибок оформление заявки на портале госуслуг за один только февраль к врачу не попало почти 150 человек. В процентах от 7 тысяч записей это, конечно, немного, примерно 2. Но осадочек, как говорится, остался. В системе, как таковые, находятся 4 блока талонов. Те, которые выкладываются в интернет, в свободный доступ. Те, которые выкладываются в инфомат, они тоже через интернет, но в инфомат, потому что у кого-то нет компьютера, они придут в инфомат. Те, которые в электронной регистратуре. Потому что, кстати, многие, в принципе, любят из пациентов пользоваться электронными регистратурами, особенно если вы присылаете своих бабушек и дедушек. Четвертый блок у врача для повторной записи. Всего, говорит Светлана Якимушкина, в сеть поступает около 9 тысяч талонов. 80% идет на сайт госуслуг. Остальные равномерно распределяются между оставшимися блоками. Не удается записаться через госуслуги на прием к врачу. Кому обращаться? С нами это внедрение МИС, медицинской МИС, красивое название, но фактически это медицинская информационная система. С момента внедрения медицинской информационной системы во всех медицинских организациях Рязанской области введена такая должность, как ответственные за внедрение МИС. Это системные администраторы, которые курируют этот раздел работы. Поэтому, если проблемы технического плана, то можно обратиться к ним, говорит Светлана Якимушкина. Телефоны есть на сайте каждого медучреждения. А вот если проблема не техническая, то разбираться нужно тщательнее. Например, понять, прикреплен ли ребенок к поликлинике, верно ли введены данные и так далее. Всегда можно обратиться в поликлинику, говорят медики. Через госуслуги имеется возможность сделать запись вызова врача на дом. И это, конечно же, уменьшит количество дозвонов в поликлинику. Уменьшит ожидание такого дозвона. А еще можно воспользоваться телефоном номером 122, по которому также можно сделать вызов на дом. В целом, на все вопросы ответ один. В поликлинике есть специалист, который может ответить на все вопросы. Проблема только в том, что обращаются в медучреждение зачастую при большой необходимости, когда нет времени общаться со специалистами-техниками. Шанс, конечно, что не повезет при записи, есть. Где-то 2%. А такие вот встречи с пациентами должны цифру эту снизить. Как минимум еще вдвое.